Всем привет! Сегодня будет совсем коротенькое видео и, скорее всего, без монтажа. Меняю дома розетку, была без заземления, взял с заземлением. Установочная коробка одна, розетка двойная. Двойные розетки я не люблю. Почему я их не люблю? За их не очень высокую надежность. Но в данном случае выбора нет. Нужно ставить эту розетку, потому как поставить второй подрозетник и поставить две отдельных, ну, технически не представляется возможным. А теперь я покажу, за что я их не люблю. А не люблю я их за вот эти вот приклепанные контакты. Причем такие же приклепанные контакты на заземлении. Вот две латунных резьбовых втулки, в которые крепятся крышки розетки и которые по совместительству служат проводником между одной и второй скобой. То есть вот винт заземления, и вот там внутри видна латунная пластина. Когда я эту розетку достал из роб и распаковал, вот эти контакты болтались. Обычно контакты на фазе и ноле я пропаиваю вот в этом месте. Но для того, чтобы пропаять эти контакты, нужно полностью разобрать розетку. А сделана она таким образом, что вытащить контакты я не могу. Судя по всему, втулки вставлены с этой стороны и потом расклепаны. Поэтому я по-быстрому сделал две вот таких вот, не знаю как назвать, кернера, наставки. То есть это у меня нижняя, это верхняя. И сейчас я уже расклепал вот эти места. Дополнительно подожму еще вот эти заклепки, а потом их пропаяю. И вот здесь как нельзя кстати моя проточка в одной из губок, которая позволяет хорошо удерживать стержень. И второй. Теперь они не то чтобы не болтаются, они вообще не шевелятся. Для заземления этого хватит, а контакты фазы и ноля я еще дополнительно пропаяю. Производитель заявляет на эту розетку 16 ампер, но мне кажется, они большие оптимисты. Но поскольку у меня в эту розетку включен электрочайник и посудомойка, нужно, чтобы все было надежно. Правда, чайник и посудомойка не работают одновременно. Или-или. Вот такое вот короткое видео на сегодня. Кому понравилось, ставьте лайки. А также задавайте вопросы и пишите комментарии. А на этом пока все. До встречи в следующих сериях на моем канале. Всем пока!